have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у нас тут экзанима. Спасибо огромнейшее чуваку, который написал мне коммент к 46-й серии, который говорит, как попасть туда, к тому сундуку. То есть я у вас тогда это спрашивал. Еще вот эта вот лампочка, я говорил, она же здесь не просто так. А еще, если вы помните, тут была такая фишка, я говорил, что доски разбираются, и это все неспроста, тут можно упасть. Так вот, я начал ходить, смотреть, и заметил здесь вот такой вот выступ. Он здесь совершенно неспроста. Но еще кое-что. То есть, смотрите, тут пробиты перила, и здесь можно таскать доски. И эти доски можно... Черт, она упадет. Ох, ладно, фиг с ней. Это неспроста, эти доски. Но также я пошел, он мне, чувак, говорит, возле факела. Я думаю, какого факела? Там лампа, это не факел. Думаю, надо, раз есть выступы с этой стороны, надо пойти посмотреть здесь. И тут, в самом деле, есть факел. Вот тут у нас проход к скелету. Да, на кладбище, которое мы убивали, в самом деле. Но вот здесь очень явный проход. И я не знаю, почему я его не заметил раньше. Он... А хотя нет, я его замечал. Это не то. Это проход у нас как раз к сундуку. Так. Значит, получается, я что-то сначала подумал, что здесь можно как-то обойти, но нет. Получается, что обойти, что пройти можно вон там. Изначально у меня была идея, что нужно как-то спрыгнуть вниз. Смотрите, все эти остальные доски, они прибиты. В них ничего такого нет. Но вот это место, оно проломлено. И здесь можно пройти. Так, дружище, мы сохранились, так что подожди меня здесь. О, я об этом пожалею, я знаю. Окей, но мы живые. Здесь под мостом можно ходить. То есть оно спроектировано так, что ты здесь не убьешься. Вот те пару досок, которую я уронил. Спроектировано так, что ты не убьешься. И спроектировано, наверное, еще так, что отсюда можно как-то выбраться. Сейчас посмотрим. Я думаю, что правильная дорога это пройти по той доске. Это было бы правильно сделать, и, пожалуй, мой косяк, что я одну доску уронил, когда пытался поставить этот мостик. Видите? Их нужно было поставить две и просто не падать. И я думаю, что это был бы верный способ, как туда подняться. Вот тут у нас проломленные доски. Ну хорошо, по крайней мере, когда мы падаем сюда, мы не дохнем. Теперь мы находимся снизу. Сюда, я думаю, можно подняться. Надо попробовать, по крайней мере. Ай. Ты что тут делаешь, другалек? Это обитаемая какая-то фигня. Стой. Да-да-да, ты там мечом можешь махать хоть до послезавтра. Не падай. Опа! Я сюда забрался. Абсолютно не предусмотренным для этого, наверное, путем я сюда забрался. Ну-ка, сюда хоть какая-то дорожка-то ведет или нет? Видите, сюда дорога ведет. И эта дорога, она... Вот, я сейчас это докажу. Я сейчас вернусь обратно к мосту, наверное. Камень. Да, видите? Вот эта дорога, ее можно увидеть. Ее можно заметить. С моста, и вот, собственно, та самая доска. Вот он, правильный путь, как сюда можно попасть. Это
То есть то, что я сейчас выбрался по камням, это неправильно. Это, ну, так получилось. А правильный путь – это разложить доски с этого моста. Здесь есть дорога. Все предусмотрено разработчиками. И это очень круто. Фух, одной тайны стало меньше. Я подумал, что я сюда вернусь, это не такая уж и проблема, потому что мы были всего лишь на уровень выше, и у нас была карта. С этого ничего нельзя забрать, нет? Тут только сундук. В сундуке у нас хорош меч. Насколько я знаю, что он хорош. Сейчас посмотрим. Он еще и одноручный, да? То есть 3, 2,5. Тут у нас 3,5 и 3. Да, это очень хороший меч. Круто, круто. Это у нас двуручка, это у нас короткий меч, тут кинжал, все хорошо. И шапочка, которая, в принципе, тоже неплохая. Я сейчас с собой прихвачу, но, по-моему, у нас есть уже и получше. Скелет внизу — это просто наказание за то, что ты неправильно прошел, так скажем. Так, минуточку, а здесь... В этих урнах что-то имеется? Вроде нет. Отлично. То есть, таким образом мы открыли еще одну тайну. Сейчас мы выйдем как раз к этому самому факелу. Пойдем на мост, заберем нашего друга Лька. Единственная маленькая такая проблемка. Я это все сделал уже после сохранения, как вы понимаете. То есть, если меня сейчас грохнут на четвертом этаже, то мне... Успокойся, пожалуйста. Тебе он не нужен, идем. Черт с этим скелетом. Идем, идем, идем. Он до нас не доберется, он тупенький. Он нам ничего не сделает. Сейчас я посмотрю, отойдем немножечко, чтобы он не агрился. Посмотрю шляпку. Да, ребят, огромнейшее спасибо, что написали про использование сфер. Обязательно. Вот это вот мое геймерское жлобство, когда... Ну, блин, ну погодите, ну мы же найдем еще шмотки получше. Ну, типа, ну... так, хорошо. Давай твой эквип посмотрим. Что у тебя за шляпа? У тебя хорошая. Я с себя снял в прошлый раз, да? То есть... в очень хорошем состоянии. А этот... в практически идеальном состоянии. Да. У него шляпочка получше. Эту мы оставим здесь. Она тяжелая, но нам не надо. Сундук, наверное, вот этот мы тоже здесь оставим. Вот эту штуку мы тоже здесь оставим. Налегке пойдем. У нас вроде вес не влияет. Кстати, у нас неудобства очень огромные сейчас из-за того, что одеты доспехи, но они не прокачаны еще на полную. Поэтому страдать. В холодильник страдать. Кираса. Я не знаю, что за апгрейдить. Давайте посмотрим. Так, это у нас... В очень поношенном состоянии, да? Давайте одну штуку попробуем. Или это не так работает? Погодите. Давайте я сниму. Использовали. В хорошем состоянии. Улучшили. Отлично. Поножи у нас улучшились. А шлем мы можем улучшить? Но он у нас и так хорош. Правда, против... Давайте посмотрим. Мы его все равно будем, скорее всего, носить всю игру. Да. Да, получается, что далеко не все вещи можно улучшить. Бригандину, может быть, кстати... Она в офигительном состоянии. Ну, я понял, как это работает. Хорошо. Камушек мы использовали. Могу ли я его зарядить? Я не знаю. Давайте тогда я сейчас добегу до портала, и мы с вами там встретимся. Итак, хорошо. Мы снова здесь. Две вещи, которые меня расстраивают. Во-первых, то, что дорогу к этому мечу я нашел уже после сохранения.
упаду и разобьюсь там к чертям. Но сейчас, после сохранения, я теперь рискую вообще этот меч. Ну, каждый раз за ним бегать, это морочно. С другой стороны, я не знаю просто, сколько раз я здесь буду подыхать. И буду ли. Так. Вот это быстренько сейчас подберем, прочитаем. Также, из-за того, что мы развиваем магию, у нас недостаточно поинтов сейчас вкинуто в боевую систему и в систему брони, поэтому броня у нас сейчас тяжелая и неуклюжая. Как оно там, вот так вот. Видите, мы только качаем сейчас третий армор. Очень тяжело все идет. Насчет оружия, насчет combat skills я вообще молчу. У нас двойной замах, я не знаю, когда получится. То есть это у нас... резко прекратить. А это махнуть в другую сторону. Ну-ка, погодите, оно у нас работает. Раз, два. Да, вот так это работает. На одноручном оружии есть. Хорошо. С двуручником я, наверное, пока что ходить не буду. Я не знаю, как я сейчас что буду делать. У меня одна хилка. Я помню, там недалеко была вроде как вторая. Но проблема в том, что у нас тут Чубака. То есть... со скелетами проще справляться с нашим другальком. Но если мы встретим Чубаку, я не знаю, как это все будет идти. Нас тут просто раздавят, и все. Я пооткрываю, просто чтобы знать, что я уже сюда заглядывал. В прошлый раз я нашего другаля оставил здесь, потому что я не хотел, чтобы он попал под пресс Чубаки. Но в том-то дело, что нас укатали скелеты. Я не хочу, чтобы это случилось. Давайте будем потихонечку продвигаться. Если я эту фигню где-то услышу, то, наверное, я попробую отступить. Но если у нас будет скелет против нас, то вдвоем нам будет проще его завалить. Так, насчет скелета. Кстати, что у нас по магии? Я вообще забыл, что она у нас есть. Я напомню себе, что это. Так, это Confusion. Это... ага. Это успокоить, это доверие, это преданность. Чтобы кто-то мне доверял и следовал моей команде, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это на шестерку. С... 6. Это мне нужно навестись на этого, там, не знаю, скелета, не скелета, на кого, чтобы это сработало. Сейчас попробуем. Потому что если мне удастся заручиться помощью скелета, это было бы очень классно. Вот этот вот меч, который мы получили, у него очень хорошие характеристики. Он далеко не лучший, дальше будут лучшие мечи, но для этого уровня, для этого момента он очень хорош. И я не помню, меч следователя, который, ну, мы следователя на третьем этаже не убили, я так понимаю. Обычно у нее очень хороший меч, который удается получить. Этот меч... он вроде как даже, по-моему, немножечко получше, ну или как минимум такой же. Нет, серьезно, это единственное место, вот этот четвертый этаж, единственное место, в котором я себя чувствую офигеть как неуверенно. Просто офигеть как неуверенно. Из-за того, что тут есть вот эта тварина, скотина. Да, ее можно убить, да, я это уже делал, но это... это такое рандомище дикий. То есть, это должно ж повести еще. Слушаем звуки. Запереть бы эту гадость где-то в сортире. Там сейчас на нас вылезет... чувак, который... не в адеквате, который прятался от этой скотины.
Все, нормально. Ты как? Все в порядке? А, да. Ему нормально. Вот этот чувак не представляет особой угрозы. И это, насколько я помню, опять же, это единственный человек на этом этаже. Все остальные тут будут скелеты, твари, скотины и всякое такое. Иди сюда. Рискнул оставить дверь открытой. Так, читаем. Нам экспа сейчас очень сильно нужна. Нам нужно как-то прокачать. Нужно как-то прокачать нашу броньку, чтобы мы легко носили, иначе это будет полный абзац. Мы сейчас передвигаемся очень тяжко. Он даже когда просто бегает, случайно неудачно поворачивается и берет, падает. Ну, то есть, это же просто... О! Шляпа. Да. Хорошая вещь. Была бы в невоенное положение. Вообще, я уважаю шляпы. Мне нравятся шляпы. Так, аккуратненько. Облутываем. Где-то здесь, мне кажется, была хилка или... Блин, я на самом деле не помню прошлую серию абсолютнейше. О! Скиптер. С хорошим краш-демеджем. Ну-ка, стой. Покажи-ка мне эквип. У тебя тут есть какая-то булавка, да? Мейс. Вот мы ее вот так вот сейчас поменяем. Если тебе понадобится какое-нибудь дробящее оружие, оно у тебя будет. Это вот у нас вот эта штука. Иди сюда. Коробочка. Почему-то со стороны очень на шляпу похоже. Это у нас двойная, да? Кабинет двойной, все нормально, хорошо. Еще вот в чем вопрос. Будет ли тут сейчас рандомный лут? Я вот это не помню, как здесь лут генерируется. Вот после того, как мы сдохли. Будет ли он рандомным? Найду ли я здесь опять хилку? Или ее запихнуть сейчас куда подальше? Не помню. Так, сундучок. А, хилка тут. Хорошо, значит, более-менее вещи вроде как остаются. Я просто не помню насчет этой булавы, что ее находил. Но, видимо, она здесь была. Хорошо. Записочка. Записочки пока собираем. Будем покидать этаж. Я, наверное, эти записочки тоже куда-нибудь покидаю. Тут рубашка. Еще одна записка. Хорошо. Все это мы уже читали. Напомню, ребят, в этот раз уж извините, ограничимся более, так скажем, быстрым вариантом прохождения, потому что все это мы тщательно читали и перечитывали, пережевывали в первом прохождении, мы все это исследовали. Теперь я нахожу записки. Просто, как мне говорят люди, что записки у нас качают уровень, поэтому ты, когда читаешь записки, потихонечку потом начинает прибавляться уровень. Я надеюсь, что это так. Я сейчас все эти записки заново переоткрываю, пересматриваю для того, чтобы нам потом это куда-нибудь в экспу зашло. Так, тут печать уголек. Печальный уголек. Стойте, а вот эта штука, она... Она очень похожа на какую-то кнопку. Может, разрабы что-то добавили, все-таки... О, это перечница. Перечница, прикольно. Хм. Ёпперсете! Это металлические поножи. Причем они даже хуже, чем наши. Но прикиньте, сколько они дают неудобства. Блин, это хорошая вещь на самом деле. И если бы я не улучшил наши, то они были бы, наверное, даже покруче. Четыре, два, три с половиной. Два с половиной, полтора. Ну, то есть для него это прям реально тема. Ну-ка. А, они еще и высокие. Ох ты ж. Да, наверное, пусть носит.
Ну, то есть мне они дадут, ну, они ему тоже дают неудобства. В крайнем случае, может, я потом с него сниму, посмотрим. Вот этого, по-моему, здесь не было. Я тут находил то ли ботинки. А, погодите, возможно, лут имеется в виду, шмотки это отдельно, а бутылки, карты и записки это отдельно. Вот что имеется в виду. То есть лут все-таки рандомный, но частично. Все, вот этот благостный тупичок мы с вами осмотрели. Он всегда хорош, он всегда мне нравился. Теперь у нас есть комната со столом. Да, комната со столом мы ее пока что оставим. И пойдем. Вот сюда. А, я помню это место. Это там, где проломленная дверь. Да. Кстати, проломленная дверь тоже говорит о некоторых вещах. Первый раз я помню, когда это увидел, я подумал, что же это могло ее проломить так. Ты не тут? На этих столах всегда столько разных деталей, тарелки и все дела. Тут запросто можно было бы приныкать ключ. Но, по-моему, тут его нету. Ну, в смысле, по-моему, тут же меняется все. Вполне могли и добавить, но сейчас вроде как его нету. Ха. Вот этот ключик, который нам шорткат срежет сейчас. Тут ключи даже другой формы. Я не помню. Хотя нет, по-моему, так и было. Так, тапочки. Тапочки я тоже заберу. Слышу скелета. Так. Блин, это не работает. Вот так, давай, давай, пошли мы ему. Ай! Да куда ж ты упал-то? Я же говорю, у нас сейчас неудобство, просто вагон и тележка. Его на своем мече таскаю, серьезно. А, это было, это могло сейчас быть больно. Бей его, пожалуйста. Ух ты ж, ёлки, я своего по чайнику ударил. Валим. Мне надо передохнуть. Мне кажется, или скелетов подрихтили немножечко. Они не были такими сложными. Надо с двух сторон. Ёлки, вставай, дружище! Фух. Ты как? Бывало и лучше, но ничего серьезного. Короче, он чуть-чуть красного урона получил. Тварь! Что тебе могу сказать? Так, ладно. Слэш. У нас, кстати, вот эта бригандина, она очень даже такая солидная. Знаешь что? Ну-ка. На тебе, наверное, ботинки. Явно будет лучше, чем то, что у тебя сейчас есть. На тебе наручи. 3, 2, 4. Да, они хорошие прям.
На тебе наплечники. Поножи. Это вместо вот этих, да? Бери. Так, что у нас по керасе? Ой, кераса очень хорошая. 4, 2, 3. 5, 2,5. Ну да. Для него прям сильно лучше. Для нас не сильно лучше, а для него сильно лучше. Так, это у нас 5, 2,5, 3,5. 6. Нет, ну шлем, кстати, получше у нас, у него будет. Хорошо. Насчет поножей. Поножи 4, 2,5, 3,5. 4, 2,5. У меня еще и получше, кстати. Да, эти поножи тоже нам не пригодятся. Хотя они и хороши. Тапочки мы выкинем. Вот эту штуку мы, наверное, выкинем. Причем, смотрите, как у него неудобство. Всего лишь полторушка. Блин, перчатки бы нам какие-нибудь, которые... Ладно. Нашего другалька мы одели. Он у нас будет поболее бронированный, потому что... Ну, не знаю, я за него несу какую-то ответственность. И... Кстати, а ты чё щит-то снял? А, минуточку, ты меч выронил свой? А где он? Ты это типа сейчас с двуручником ходишь, да? На тебе тогда булаву. Здоровье тебе будет. А куда ты свой меч-то дел? Вот этот хальберд я, наверное, не буду брать. Хотя он хорош. Декорированный на... Ну, блин, это очень сложное оружие. Я, наверное, не хотел бы его брать. Ну-ка, давай еще раз узнаем, как ты. Ничего серьезного. Хорошо, да, то есть ему прилетело немножко красного урона, но он пока еще неплохо держится. Этот скелет что-то вообще какой-то тончара такой, не знаю, то ли... Ну да, он очень хорошо одет был, с длинным хорошим оружием, это я понимаю. Но все равно прям больно было. Пойдем сейчас шорткат откроем. Эти открываются по одной, видите? Их нужно прокликивать, это... Скорее всего, они еще и пустые все. Ну ладно. Так, дорожка дальше, конечно, хорошо, но... Мы сейчас пойдем откроем дверь на другой стороне. Ты не открыл? Все, отлично. Это у нас переход туда, переход сюда. Пришли мы оттуда, правильно? Тут у нас тупиковое место. Ага, эти паучки, чтобы их опять, паучков этих. Хорошо, с одним скелетом мы справились. Тут их сколько? Штук 5-6 на уровне. Но, по-моему, не знаю, этот Вася был, по-моему, самый жесткий из того, что здесь обитало. Ну, или, опять же, просто я нубло такое стал. Ну, не знаю даже, на выбор. Так-то по-хорошему... Мы нашли зельку. Но здесь есть еще интересные места. Я хотел сказать, так по-хорошо можно уже валить отсюда к чертям, но... я даже на секундочку задумался, могу ли я сейчас свалить отсюда. Знаю ли я дорогу, и, наверное, я бы ее нашел. Потому что на этом уровне я довольно много времени провел. И, в смысле, я бы справился, наверное, без карты. Я слышу скелета. Вот с этими стульчиками драться тут будет крайне неудобно. Ну да, я вспомнил также, что тут есть архивы. И в архивы нам нужно бы заглянуть, потому что там будут и документы, и всякое такое, что интересно было бы почитать. Да и в принципе, наверное, я бы хотел одеться получше. Нашего напарника мы одели. О, перчатки. 4, 2, 3,5... Блин. Ты нормальный вообще? Он стоял, ждал, пока ему прилетит по горбу. Я займусь вторым.
Чувак открылся. Очень выгодно. Все, я своего уладил. Давай, чувак, этого сейчас... Я, по-моему... Вот последний удар был совсем ненужный, да? Как ты? А, я нормально. Ну, типа, бывало и лучше. Хорошо. Мне это вполне подходит. То, что бывало и лучше. Наручи. Это что у нас поменяет? А, это нам вместе с перчатками поменяет, да? Так. Так. Погоди, другалек. Я сейчас вот так вот их вытащу. Щит я, наверное, тебе тоже, кстати, поменяю. Мне кажется, этот будет получше. А что с сапогами? Сапоги у него обычные, дерьмовенькие были. Где там была та штука, которую я видел? Так. Ты наручи-то одень. Не выпендривайся. Не здесь, да? Где я это видел? А, вот здесь я это видел. Ладно, еще два скелета замочили. Не такая уже проблема оказалась. Вот это мы тоже сейчас вытащим вот сюда, чтобы не бегать. Теперь. Минус 3. Покажи-ка эквип. Вот эти перчатки. Они оденутся у тебя вместо наручей, да? Вот эти наручи, они... 4, 2,5, 3,5... А, даже вот так. Хорошо, эти хорошие. Давай вот этот щит посмотрим. Так, у него импакт 3,5, тут импакт 3. Он легче, что ли? Нет, тогда не надо. Что у нас по керасе? Кераса на... На 5, 2,5 и 4. 5, 2,5, 4. Точно такая же, только у нее покрытие меньше гораздо. Нет, кирасу тоже не хочу. И себе ее тоже не буду одевать. Спасибо. Что мне с этими наручами-то делать? Они хорошие. Но я тогда останусь без перчаток, да, получается? Не, у меня перчатки и наручи сейчас закрывают запястье. Ладно, пока посмотрим в такой комплектации. Чего у второго скелета? Давайте глянем. Хрустяшки. Тут то же самое примерно, да, наплечники. Наплечники я себе возьму. Это вот вообще не проблема. Потому что 3, 2 и 3, эти 4, да, да, наплечники просто сразу лучше. Поножи 4, 2,5, 3,5. 4. Оно здесь. Черт. Вставай! Чуваку достается, его вырубили просто сразу. Встань, пожалуйста! Встань, пожалуйста! Вставай! Мочи ее! Я своего ударил! Ну, мы ее там поколупали немножко, как бы, да, но... Она убежала, нет? Срочно меч подыми. Фух. Да проверялись. Как ты? Не очень хорошо, но могу продолжать. Так, не, чувак, пойдем. У нас есть две хилки, мы можем это сделать. Я думаю, мы даже можем его убить. Как оно так тихо подкралось ко мне? Лутанулся. Черт, ну и куда оно пошло? Ладно, фиг с ним. Записочка. Ну что ж, первая встреча с Чубакой в этом прохождении. Очень много красного урона, но мы не склеились. Так что, в принципе, меня это устраивает. У меня есть две банки. Скажем так, если мы его ушатаем и выживем, оба,
Я на это пойду. Мне нормально. Потому что двумя банками мы отхилимся практически полностью. И потом у нас уже не будет такого противника. Ну, они будут, но это будет еще совсем не скоро. И это очень большое горе. Ладно, кто вспомнил, тот вспомнил. Тут ничего нет, это просто столик для письменности. Нет, не то. К П. П? П, точно, П. Мы можем... That monster. Ну, я хочу с тобой поговорить. Ну, ты сказал, господи, тот монстр. Ну, чувак. Да, это было, кстати, что-то страшное. Ладно, черт с ним, с этим монстром. Enrage. Нет, это мне не нужно. Массовое спокойствие, кстати, прикольная штука. Я думаю, страх. Давайте страх качать. Требует Union. Юниона у меня нету, да? Замаскировать сознание тогда. Давайте вот это качать, в эту сторону пойдем. Блин, я с этими скелетиками не попробовал фишку с доверием. Возможно, это получилось бы. Черт. Ладно. О, свиточек. Здравствуйте. Так, свиточек сюда. Черт. Ладно, 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 успокаиваемся, идем дальше. То есть, ну, сыграли, скажем так, в ничью, потому что мы довольно долго продержались, я его там немножко покалечил, а с другой стороны, он нас обоих завалил, и у обоих очень много жизни поотнимал, именно красных, а это неприятно. У него есть еще такая особенность, он когда бьет, ты валяешься, и он начинает тебя на земле уже топтать, добивать. Вот это просто отвратительно. Ничего не можешь сделать, а эта штука просто тебя начинает мутузить. На это уходит очень много жизней. Ну-ка еще раз, как ты там? Нехорошо, но могу продолжать. Так, мы видели хуже состояние, когда он говорил, типа, что чувак, вообще все фигово. То есть, когда он говорит, нехорошо, но могу продолжать, значит, все-таки что-то еще можно сделать, да? Мне бы, чтобы его не убили, вот что мне хотелось бы. Вот эти две банки. Мне просто обидно, если я сейчас эти банки съем, то... Я останусь вообще без хилки. А с этой тварью мы еще можем встретиться. На данный момент я бы, наверное, предпочел бы слиться, если мы с ним встретимся, чем тратить сейчас банки, потом еще раз с ним драться, и потом оставаться полностью без банок и с плохими хп, и идти дальше. Ну, вы меня понимаете. Так, тут ящики. Меч. Какой хороший слэш у него. Так. Слэш 3. Просто идет нафиг. У тебя сколько слэша? 3,5. Тут 4,5. Он прям лучше. Он прям лучше. Как эта штука к нам так подкралась? Вот что мне интересно. Она же обычно ходит, рычит. Его далеко слышно. Ох, какая кастрюлька-то. Ну-ка. Не знаю, у меня, кстати, начинается какой-то паник-мод. Так. 4... Минуточку. 4,5. 2,3,5. Нет, оно хуже. У него, конечно, забрало закрытое, все дела, но у нас есть вон этот бувигер, или как оно называется. Я не вижу смысла в этом шлеме. Тоже хороший, но, типа, нет. Ты кто такой вообще? Дублет. Ну, дублет так дублет. У нас, кстати, ну это уже такое уже совсем из части нытья, но у нас была уже очень
неподходящая для драки комната с кучей стульчиков, через которые мы спотыкались, падали, и все это было очень неприятно. Но это, опять же говоря, это уже чистое нытье, потому что по-хорошему хороший игрок смог бы сражаться в этой комнате. Я просто никогда не говорил, что я хороший игрок, потому что это не так. Я довольно посредственно играю в Экзаниму, я думаю, вы это знаете. Я сюда пришел не сражаться, а исследовать. Да, сражения мне здесь даются довольно тяжело. Несмотря на все то время, которое я провел на арене, все равно мне здесь очень тяжело сражаться. Ну, потому что я не чувствую персонажа. Так, яма. Скелет. Чувак, ты помочь не хочешь? Меня сейчас этот скелет ушатает, если что. Их два. Блин, он меня убьет. Ты фига ли тут машешь-то? Да ну ладно тебе, ну нет! А, бесит. Встань, они же там, встань. Ладно, давай так. Как себя чувствуешь? Нехорошо, но могу продолжать. Нет, ну вот это вот нехорошо, но могу продолжать. Мне оно нафиг не надо. Ладно, пойдем. Тут у нас ничего. Я не знаю, что насчет этой ямы. Буду ли я ее пользоваться? Черт, знаешь что? А он все свои пушки посеял. Какой молодец. Эквип покажи. А он молодец, он все свои пушки посеял. На тебе этот меч классный. Пока что так. Минуточку, он их вообще теряет? Они, ну, они в смысле пропадают из этой вселенной, если он их теряет? Так, надо этого скелета завалить, он там ходит, я его слышу. Иди сюда, дружище. Вон второй идет, я слышу. Что с тобой такое? Разминулись. Ай, больно же! Да больно, говорю, перестань! Мочи его, мочи, мочи! Ну мы его потихонечку чикаем, но, блин. Уйди! ХП! Фух, наконец-то сложился. Ну, реально какой-то жесткий чувак был. Я думаю, мы сейчас недалеко от выхода. Может, о! О, у скелета записка была. Когда я принял присягу, я сказал себе, что моя жизнь больше не важна. Теперь это мужество, то чувство долга,
быстро увядает. Я смотрю на других и вижу их мужество, но я нахожу только... А, я ищу мужество в других, но я нахожу только страх, только сомнения в их глазах. Они над нами издеваются. И я теперь это вижу. Это бессмысленно. Гляньте, кстати, а Хилка-то полностью вылечила. Почти полностью. Вот это идеально было. По-моему, я раньше времени потратил на него Хилку, потому что, ну, знать бы, как ты себя чувствуешь? Он такой, I'm good, все. Значит, его это полностью вылечило. Хочу ли я подготовить ловушку для этой твари? Если эта тварь его вырубит и погонится за мной, хочу ли я быть готов? Ладно, сделаем так и понадеемся на лучшее. Сюда мы... Что, куда мы попадаем там, напомните мне? А, погодите, тут мы сразу попадаем... Тут мы сразу попадаем на рынок. А почему я без другалька? Чё нет? Я ему сказал ждать? Это мы сразу... Да, я ему сказал ждать. Что-то я сам затупил. Сам же сказал, попросил его подождать, чтобы он не подходил. Сам такой, а что я без него? Ну-ну. Смешно. Иди сюда. Это мы сразу попадаем на рынок, там, где чубаки мне с этим... Ой, не чубаки, там эти... Диаблы ходят в Follow Me. Так мы с ними сейчас не справимся. Не в том снаряжении, которое у нас есть. Нам нужно немножечко прибарахлиться. Мы можем пройти вот сюда. И пройти через основную дверь. Тогда мы попадем в центральный хаб. Вот с центрального хаба там у нас будет опасность только синий чувак. Кроме синих чуваков, там он... Я не помню, там один вроде как. Кроме синего чувака, там опасности нету. Блин, что мне с этим говном делать? Погодите, а дверь? А, дверь у нас, скорее всего, вот здесь будет. Вот у нас дверь. Вот это выход из уровня. Да. Черт, я тут не все обошел. Умеет ходить между дверями? Так, иди сюда. я об этом пожалею. Ай, я упал. Что у нас до уровня? Блин, до уровня совсем чуть-чуть. Погодите, он прокачался. Нет, он не прокачался, видите, он не загорелся. Он не прокачался еще. До уровня совсем чуть-чуть. У меня будет передвижение, легкое передвижение в доспехах. Я об этом пожалею. Уйди! Ух ты ж ё! Я не туда... Да, хорош! Зайди!
полки... Я его хорошенько так помесил там. У меня опять пол хп нету. Ну твою за ногу. Ты где? Говно, ты куда делась? У него не так много жизни осталось, мне кажется. Да, чертов скелет. Не, со скелетом я не хочу драться. Идешь отсюда. Ладно. Ладно, я сюда еще вернусь. Пол хпшки на этом оставил. Ладно, черт с тобой. Я вернусь сюда, это я точно знаю. Я его добью. Вообще, я хотел заманить его в яму, но... черт с ним. С пол хпшкой, я думаю, я тоже потихонечку выживу, потому что у нас вон наш другалек на фуле, и он хорошо бронирован, поэтому... Мне немножечко не нравится то, что здесь будет синий чувак, и мне придется с ним драться, или сколько их тут будет, два этих синих чувака. Я вот честно не... Ой, вот уровень пришел, спасибо! Так, мне нужно следующий навык начать качать, начать. А этот у нас... Нет, это мне не нужно. Что я хочу? Так. Converse, Union. Что мне там нужно было? Union? Нет, не ты. Ты. На вот эту штуку. Нужен Union, да. Значит... Здесь качаем Union. Combine elements and different effects to produce new one. Хорошо, поехали. Будем потихонечку. Кусок в броню, кусок в заклинание. Знаете что? Давайте на этом тогда здесь и остановимся. Я считаю, что мы довольно неплохо справились. Да, у нас абсолютно нету хилок. Да, это абсолютно печально. Но, с другой стороны, мне кажется, мы этой штуки хорошенько накостыляли. Пока он там в дверях стоял, я его хорошенько ударил, не знаю, раза 4 точно я слышал такие смачные. Вот. Посмотрим, как это все будет. Нужно не сдохнуть. Найти здесь хилку, не сдохнуть. Что у нас осталось? У нас сейчас, получается, мы в хабе. Из хаба у нас есть подземелье. В подземелье, на самом деле, будет, наверное, не так сложно. Если... заодно попробую фишку с фонариками. То, что я в прошлый раз провафлил, теперь будет лучше. В общем-то, отсюда можно сходить в подземелье, отсюда можно сходить големами, отсюда можно сходить на базар. С подземельем проблем, думаю, не будет. С големами, если там все правильно делать и находить фишки, то тоже проблем не должно быть. Проблемы будут на базаре. Но к тому времени я надеюсь, что мы достаточно... обронимся и прокачаемся, чтобы с ними справляться. То есть у нас будет хилка здесь, я думаю, хилка будет в подземелье, хилка точно будет у големов. У нас также есть на базаре подземелье, куда мы практически не ходили, я его все оставлял на потом, но надо будет туда все-таки зайти обязательно. В общем-то, нормально. Мы прошли четвертый этаж. Я не скажу, что мы его прошли идеально, но мы его прошли нормально, я считаю. И достойно из него вышли, получилось неплохо. Я, скорее всего, опять же, туда вернусь и ушатаю эту фигню, потому что у нее не так много жизни осталось. Но это будет потом. На этом пока все, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.